А ты знаешь, что я тебя снимаю немного? Как ты готовишь рыбу? Я блогер. Какую рыбу готовим? Тут часть готовая. Вкуснятина, здоровый образ жизни. Такая небольшая кухня. What's the name of your... Какое имя твоего канала? Ну, канал Максим Филиппинский. Максим Филиппинский is мой никнейм. Ну, моя кличка. Ну, я имею родню на Филиппинах. Реально имя мое Анода, а Максим Филиппинский это моя кличка. Максим Филиппинян. Ну, филиппинец альбинос. Не, ну, really? Да, правда. Потому что я очень долгое время работал на севере. Нету солнца и все такое. Раньше были глаза черные, а сейчас голубые. Да, это правда. Я европеец. До этого я был блондин, а сейчас посидел. Только голубые глаза. 44 года. Моя жена говорит, что я старик. 44 года уже не есть молодой. Ну, привет, Эдуардо. Ну, ты сейчас, я тебя снимаю. Дай мне интервью, пожалуйста. Да, интервью, дай мне интервью. Сколько ты у тебя детей? Ну, вижу только одну дочку. Сколько ты жен имеешь? О. Ты ходишь в католический костел? Ты не слишком ли гордый? Not proud? No. No. You rich man? Ты богатый человек? А, я бедный. Потому что ты не работаешь, поэтому ты бедный. Ага. Are you ready to come to Europe working? А ты готов ехать в Европу работать? Are you ready? Трудную работу делать. But you don't have passport. Ты не имеешь паспорта, как ты попадешь в Европу? Ну, не разрешаю поехать в Европу, если нет паспорта. Нет денег, нет меда. Ты понимаешь? Ну, едь ко мне, Эдуардо, в Европу. Но на сегодняшний день очень дорогой билет в Европу. В одну сторону лететь 24 часа. Три перелета. 24 часа. В одну сторону. Это реально правда, это реально дорого. Да, 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 да. Очень далеко, очень далеко. Считай, почти другая планета. Да, действительно, очень далеко. Да. В Америку тоже далеко лететь. Ну, в Америку еще дальше лететь. Но без остановки лететь в Америку очень далеко. 30 часов, там, 24, очень далеко. Очень далеко, действительно, это правда. Что ты думаешь о том? Ага, Давао, Манила, ты один час. Ну, если было бы один час полета, я бы прилетал каждые выходные. Но, а Европа очень далеко, поэтому у меня нет столько денег, чтобы лететь каждые выходные. About 120,000 pesos. Ну,
И билет стоит... Да. Come back to Europe, 120,000 pesos. Минимум то 20 тысяч песо, да. Ну, очень дорого летать каждые выходные. Да. Я хочу дождаться моей пенсии, уже постоянно жить на Филиппинах. Прекрасный край. А, ты открыл ферму, да? Ага. Свиная ферма, свиноферма. А ты знаешь? Может, из-под земли можно достать золото? Ну, в Таглуно. Ага, понятно. Ну, все хорошо.